25 команд, несколько сотен участников и искрометные шутки от лучших молодых юмористов региона. В конце февраля в Самаре стартует 15-й по счету фестиваль КВН. Участники представят на суд зрителя короткие программы в форме приветствия. Сейчас они репетируют и ждут своего выхода на сцену с нетерпением вместе с организаторами лучшего юмористического шоу страны. Мы все ждем этого выступления, и каждый год это так достаточно трепетно, потому что ты не знаешь, что ожидать от нового сезона. Сколько будет шуток, тонн, например, да, или какая тематика будет. Ну, я думаю, что много будет интересных и приятных сюрпризов, тем более этот сезон мы назвали «Сезон побед». Ребятам, которые решили связать свою жизнь с юмором, помогают опытные наставники. Они редактируют их шутки, делятся советами и подбадривают. Одним словом, у юных КВНщиков есть все шансы покорить не только самарского зрителя, но и выйти на всероссийский уровень. Он учит не только же быть смешным, он учит вести себя в обществе, он учит тебя социализации какой-то, вообще просто быть хорошим человеком. Участники команды из небольшого поселка Усть-Кинельский представили жюри шутки про студенческую жизнь в общежитии. Эксперты похвалили молодых людей за креативность. Участники признаются, их главная цель – попасть в высшую лигу клуба веселых и находчивых. Мы стараемся, редакторы говорят все по делу, как надо делать, как не надо делать, что лучше убрать, что лучше добавить. Также просим помощи у более опытных игроков. Юбилейный сезон Самарской лиги КВН стартует 28 февраля. Получить бесплатные билеты можно во всех вузах и у участников команд. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.